Всем привет, с вами Миха Дарк Драгон, и мы продолжаем рубрику инди-хорроров. Все, из меня вышла черепаха, и мы продолжаем проходить все-таки инди-хорроры, потому что мы немного их пока оставили в сторонке. И вот сейчас я решил уже снова позаписывать. И сегодня у нас игра Neverending Nightmares. О, это мы считать не будем. О, геймпад есть. Хотя, думаю, я лучше... Офигеть! У меня F4 это запись, зашибись. Окей, ну ладно, что-нибудь придумаем. Ёпарасоте. Ой, блядь. Ой, ой. Мужик, что случилось? Что-то мне нехорошо, да? Открывай дверь. Как открыть дверь? А, пробель. Ёпарасоте. Кто-то плохо чистил зубы. Наверное, этой, как он называет, лобзиком почистили зубки. Так, ну что, ничего не делается? Ты не хочешь смотреть? Вот, у тебя тут вообще кровь в раковине. Окей. Давай, пойдем дальше исследовать доминку-то. Там у нас фотографии семьи, и тут у нас тоже фотографии семьи. Очень странная фотография. Яблок какая-то. Ты ничего не хочешь здесь подкрывать, я не знаю. Ну окей. Странный ты какой-то. Давайте у нас заблуждаться Федор, потому что Федор именно выглядит так. Вот так вот. Сонные такие. Я сразу представляю какого-нибудь Федора из деревушки. Не обессудьте. Так, ну я что-то пока ни хрена не понимаю. Ну, пока страшного я не увидел ничего, кроме начала. Там какую-то бабенку зарезали. Блин, подвал, подвал. Давайте сходим. Ёпарасоте. Я ничего не вижу. Бля. Не, все понятно. Туда не ходим. Туда не ходим. Значит, в подвал у нас закрыто. Пока. Что это, там был какие-то страшилки вообще нарисованы. Ёпарасоте. What to say, Fox? Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. О, господи, какие фотографии. Блин, закрыто, закрыто. Почему закрыто? Ой, куда? Да куда ты идешь-то, ёпы? Смотрите, какой домино гигантский. Я бы тут реально заблудился уже. Оловянные солдатики. Видимо, тут жил какой-то ребенок. Мальчик, судя по всему. Солдатик срет. Это странно. Ё-моё. А тут жила девочка. Очень странная девочка, судя по ее куклам. Я бы такие куклы сразу выбросил. Так, уходим. Блин. Ё! What the hell? Это что за часы такие? Блин, а темно-то как? Давайте вот по свету передвигаться. От окон.
На самом деле оригинально сделано так. Необычно. Не, у нас явно в доме кто-то есть. И это явно не человек. Явно не человек. Блин, да какой уж у тебя домино гигантский. Давай зайдем. Тут заблудиться реально можно. Так, а тут у нас мамка жила, видимо. Судя по швейной машинке. Или прислуга. Одно из двух. Так, давайте сюда сначала заглянем. Че у нас тут? Ё-моё! Я ничего не вижу. Так, туда не надо. Там что-то вообще жутко. Смотрите, как свечка выделяется. Что тут нечисто. Да вы что, издеваетесь, что ли? Не пойду я туда обратно. Блин. Блин, я мазохист, ладно. Я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Там какая-то кровь, смотрите, ёбарца-то. Нам пизда. Блин, блин. И? Тут же ничего нету. Или есть? Реально ничего нету. Значит, просто уходим отсюда. Делать нам тут особо нечего. Йо, Слендер! На картине был. И что делать? Блин, я заблудился уже. Я же здесь был, какого фига? Ну что, обратно что ли идти? Куда мне тогда идти-то? Окей. Да куда ты идешь-то, ё-моё? Блин, ненавижу такие тягомотные игры, но... Есть в них что-то, но... Это очень странно. Почему-то свечка очень выделялась. Что-то мне не так. Опаньки. Я сейчас на геймпаде играю, и у меня взялась свечка. Это хорошо. Значит, теперь мы сможем пройти в ту комнатку. Извиняюсь. Боже мой, почему ты, чего, forsaken me, блять, ёпарс, и куда тут? Тут же некуда идти. Зашибись. У меня, конечно, есть небольшое предположение, куда можно сходить. Нас в одной комнатке убил монстр какой-то.
Только бы надо вспомнить, где эта комнатка. Блин, вообще темно везде стало. Может, надо обратно пойти? Ой! Блять, она сейчас убьет. Это страшно. Я честно не помню, куда мне идти. Эту игру вообще можно пройти? Давайте сюда зайдем. О, вот точно, вот сюда надо, вот сюда. Ё-моё. Топор! Ну все, держитесь. Сейчас как ядренут топором. О, топор у меня здесь лежит. Зашибись. И? Ну хорошо. Кто-то там цепями гремит. Чё-то меня отстораживает немного. Чувствую, нам сейчас будет плохо. Будет очень плохо. Смотри, он уже рядом. Или он за стеной ходит? Ага. Так, что у нас тут? Да что ж такое-то? Так хоть психлечебница уже. You were reaching end demo. Thank you for playing. Thank you.